привет, приветики, канал АИКТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Привет. Ребята, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Итак, Мистер Кис, давай приступим. Давай. Наши заезды, наши гоночки. Итак, ребят, у нас вот такой джип, мы его разукрасили, переодели нашего главного героя. И так примем участие в первых заездах. Поехали, поехали. Аккуратненько, аккуратненько. Ребята, мы практически играем с самого начала. В эту игру, ну, чуть-чуть поиграли. Мы вначале ознакомились. И вот это всего лишь второе видео. Да, вообще классно играть, ребята. Вот такая игра, вот такая классная. Мистер Кис неплохо в последнее время стал управлять автомобилем. Итак, мы заняли первое место. Это первый заезд. Первые гонки. Тебе жарко? Так, далее. Мне тоже. Так, второй заезд. Вперед. Go. Мистер Кис вырывается вперед. Отлично. Вперед. О, молодец, молодец, молодец. Очень хорошо. Ускорься. Быстренько. Ты все правильно делаешь. А, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АИКТВ. Будьте в курсе новых серий игры Hill Climb Racing 2. Отлично, Мистер Кис пришел во втором заезде, также первым. Превосходно, превосходно, Мистер Кис. Мы получаем сундук, который разблокируем чуть позже. Вперед. Так, мы ничего не можем, нет, мы ничего не можем проапгрейдить. Гоу, 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 вперед. Отличненько. Торопись, торопись, нас обходит Мистер Кис. Интересно, вот эти игроки, которые представлены тут разными флагами, это настоящие онлайн-игроки или все-таки это не совсем онлайн? Вопросик у меня такой есть к ребятам, кто играет в эту игру. Подскажите, как вы думаете, ребята? Что-то мне кажется, что все-таки это не совсем настоящие. Скорее всего, это машины настоящих людей. Но это не значит, что они сразу же вместе с нами участвуют в этой гонке. Так, аккуратно, выравниваю автомобиль. Очень хорошо. Давай, давай, побыстрее, побыстрее, Мистер Кис. Ой-ой-ой-ой-ой, ты заваливайся. Сейчас можешь перевернуться. Отлично. Итак, финиш, финиш, торопись. Ага, первая позиция. Отличненько, отличненько. Так, мы на первом месте. Очень хорошо. Мистер Кис, ты очень хорошо стал в последнее время ездить. Может быть, это только в начале, дальше будет сложнее. Вау, вот это прыжок. Ой, сейчас мы перевернемся. Ой. Только тебя похвалил. Да. И ты допустил серьезную ошибку, мы перевернулись очень плохо и сломали себе шею. Но мы все равно заняли первое место по совокупности заездов в этой гонке. Итак, локация, зимняя локация, Мистер Кис. Интересно, что здесь такого есть. Ой, тут, наверное, скользко, да? Сложнее управлять автомобилем. Ну, да. Ой, олежки, какие интересные олени. Красиво. Такие красивые. Вау. Ой, сейчас перевернемся аккуратно. Давай, 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 давай. Отличненько. А, молодец, Мистер Кис. Вау. Ого. Да. Не вот повезло. Вот. Да, я тебя перехвалил, Мистер Кис. Перехвалил. Ну, третье место заняли в этом заезде. Плохо, конечно. Так, второй заезд этой гонки. Поторапливайся. Вау. Мы по возможности прокачиваем наш автомобиль. Ого, ой, опять мы, что опять мы разбились. Ну, что же такое? Что это за японское сальто? Итак, третий заезд, и мы отстаем от всех. Вперед, вперед, вперед. Ну, ребят, поэтому я вам говорю, что мы показываем так, как есть. Мы по... Ой, мы не показываем только первые места, мы показываем
всю гонку, которую участвовал мистер Кис. Ну, практически все. Вау, хорошо. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Самое главное, чтобы нам головой не удариться. Ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Так, сильно не разгоняйся, мистер Кис. Так, тихонечко. Разогнался. Вот, вот, вот. Ну, ударить головой, сломали себе шею. То есть наш водитель разбился. Очень плохо. Итак, мы заняли по совокупности всех гонок в этом третье место. Всего лишь третье. Так, давай посмотрим рекламу и получим запчасти для наших... Для бизяки. Так, ну, для этого, для скутера и для автобуса. У нас пока нету ни скутера, ни автобуса. К сожалению. Так, откроем этот ящик и получаем магнитик. И что-то там еще. Ты не дал мне опять посмотреть. Торопишься постоянно. Ладно. А, все равно, пока мы проапгрейдить не можем, проапгрейдить сцепление, хочешь приапгрейдить, ну давай, давай сцепление проапгрейдим. Итак, 3, 2, 1, го-го-го, вперед. Ой-ой-ой. Давай, мистер Кис. Молодец. Ой, как ты хорошо едешь. Только поаккуратней. Как-то очень опасно, мне кажется. Отлично, очень красивая игра, ребята, очень-очень. Вы посмотрите сами. Первая позиция, первое место в этой гоночке. Итак, вторая гонка. Вернее, второй заезд этой гонки. Я уже забыл, какая по счету это, третья или четвертая гонка. Я уже говорил вам, что в каждой гонке у нас по три заезда. Отличненько. Вперед, вперед, вперед. Поехали, поехали. Торопись, нас обходят, мистер Кис. Обходят. Ой, мы вторые приходим, по-моему. Да, приходим вторые. Второе место. Второе место. А куда тут четвертый игрок попал? Наверное, сломал себе шею. И не доехал до финиша. Это тоже не есть хорошо. Надо стараться доезжать до финиша. Ой, 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 что такое? Что такое? Все забуксовали. Так, отлично, мы вырываемся вперед. Ну, не намного. За нами мальчик на скутере. Гонщик на скутере. Не знаю, может быть, это и не мальчик. Так, поторапливайся, поторапливайся. Отлично, мы занимаем первое место в этом заезде. Очень хорошо. Так, и мы получаем кубок. Отличненько, отличненько. Очень, очень прекрасно, мистер Кис. Я доволен. Ты очень стал хорошо ездить на этом транспорте. На этом маленьком автомобильчике, на джипе. Итак, у нас 23 уровень. Вперед. Это путешествие, да, надо проехать как можно дальше и дольше, соответственно. Дольше и дальше. Так, едем, едем, едем. Так, ты тут как бы торопиться особо не... Ой, аккуратно, сейчас бы перевернулись. Не надо, конечно же. Тут самое главное уехать как можно дальше. Но ты не забывай про бензин. Потому что бензин-то у нас заканчивается. Так, 17 метров до бензина. Мы его взяли. Очень хорошо. Едем, 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 едем. Отлично. Ой-ой-ой-ой, что, что ж такое-то? Что же такое? Отлично. Вперед, 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 вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас мы... Торопись, торопись. Аккуратно, аккуратно, торопиться не надо, молодец. Один сундук мы уже взяли. Или не взяли? Взяли, взяли. Это другой же сундук, да? Да. Или нет, не взяли, взяли, да? Что-то я проглядел, мистер Кит. Я тебе говорю. Так. Это кубки какие-то. Дополнительные монетки, что ли, мы получили. Аккуратно. Аккуратно. Ой, жалко, жалко.
Жалко, жалко, давай, 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 давай. Не сдавайся, мистер Кис. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал IKDW. Будьте в курсе новых серий и игры Hill Climb Racing 2. Езда по горам. Гонки по горам. Отлично. Отлично, мистер Кис. Ты просто молодец. Еще немножко, чуть меньше 70 метров до нового сундука синего. Торопись. Не хватает бензина. Торопись. Ой, все упали. А, взяли сундук. Ну, надо же, ты просто молодец. Ты просто молодец, мистер Кис. Так, монетки 1800 и запчасти. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал IKDW. Будьте в курсе новых серий и игры. Про горки. Всем пока-пока. Горки на горках, да.